Омбудсмен, ситуация в Арцахе критическая. Российские миротворцы перевозят грузы для собственного содержания с помощью вертолетов, в то время как все население Арцаха находится под угрозой голода. А международные субъекты не предпринимают никаких шагов, кроме заявлений. Об этом говорится в заявлении омбудсмена Республики Арцах Гигама Степаняна, которое приводим полностью ситуация в Арцее критическая. В течение месяца Арцах был полностью отрезан от гуманитарного доступа, будучи в буквальном смысле осажденным Азербайджаном. Намеренный и тотальный запрет на перевозку продуктов питания и товаров первой необходимости, наложенный Азербайджаном с 15 июня, угрожает жизни 120 тысяч жителей Арцаха. Со вчерашнего дня Азербайджан также заблокировал двустороннюю перевозку пациентов и лекарств Международным комитетом Красного Креста, МКК. Российские миротворцы перевозят грузы для собственного содержания с помощью вертолетов, в то время как все население Арцаха находится под угрозой голода, а международные субъекты не предпринимают никаких шагов, кроме заявлений. Международное сообщество ждет, когда погибнут тысячи людей, чтобы затем лицемерно выразить свое сожаление. Я требую от МКК зажечь красную кнопку тревоги об опасности геноцида. Вы можете это сделать. Мой народ предан всеобщим преступным безразличием. Повторяю, ситуация в и критическая.